вся подготовка шла так же месяц. Мы заранее согласовали занятия наши с МЧС. Мы всегда с ними дружим. Эти ребята сегодня приехали вовремя. У них подскок, подлеты, ну, подъезды к нашим объектам заранее до 10 минут. И они сегодня приехали, за 7 минут приехали. И видели, специалисты работают слаженно, четко. Не говорят о том, что это занятие было учебно, они работали по-боевому. Я считаю, что это необходимо, потому что безопасность – это превыше всего. И я думаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще. Внимание всем! 3 килограмма углекислоты в помещении, в отгорании помещения мы локализуем. Нас учили искусственное дыхание, также как, ну, можно сказать, как выводить правильно и как перемещать раненых.